220 тысяч кубических метров снега с города. На сегодняшний день уже вывезено 230 тысяч кубических метров снега. В связи с аномальными погодными условиями и большим количеством осадков. В первой половине вторника в нашу редакцию поступило 4 звонка от возмущенных жителей. «Убирайте, значит, чаще», пишут целькамцы в интернете. В соцсетях публикуются гневные сообщения от жителей города с фотоподтверждениями. На дорогах каша, под кашей лед, машины застревают пачками, с ребенком в садик невозможно идти, во дворах колея по колено, санки не едут. Согласна, пройти нереально с утра с ребенком, каша жуткая, но зато денежки вовремя собирают, а работать не хотят. Администрация города, нам теперь, чтобы до школы дойти, надо ребенку вслед лопату дать, чтобы дорогу себе расчищал. Через снежные препятствия добирались на работу и журналисты Соль-ТВ, поэтому чаяния салькамцев нам понятны, равно как и в администрации города. Обращения с одним вопросом «когда уберут снег» поступают постоянно. Период с 21 января по 21 февраля. По дорогам, в том числе тротуарам, увеличение, 70 обращений. По локациям север 37, юг 33. И дворовые территории остаются одинаково. Было 25 за прошлый период, и сейчас 25. Содержание дворовых территорий, картина не поменялась. Здесь вот управляющая компания, прокомментируйте, пожалуйста. В чем вопрос, что не получается, чем помогать? Помощь не требуется, нужно просто больше времени дать на очистку, говорят представители управляющих компаний. И да, если у многоквартирного дома есть долги, не ждите, что сосульки и снег будет убираться оперативно. Большая часть инцидентов по очистке дворовых территорий это касается как раз управляющих компаний ЖС Комфорт и Жилстройкомфорт. Работы эти выполняются только за счет платы, собранной за счет средств граждан, которые поступают в этих домах. Если есть процентов 10 оплаты по дому, то это хорошо. Там за полгода может поступить 3000 рублей всего. А вот за другие территории сами жильцы уже не несут ответственности. Не можете пройти из-за снежной каши у ЦУМа, например, тогда претензии к магазину. Могут вам помочь и в управлении муниципального контроля. Позвоните по телефону 76506. Стало трудно подходить к остановке или заметили, что от тротуара осталось одно название, обратитесь в управление благоустройства 233-99. А вот если в ваш двор техника давно не заезжала и теперь там колья или каша, звоните управляющую компанию. Телефон найдете в платежной квитанции. Снежная эпопея выходит на финишную прямую. Снег будут вывозить, график уборки корректироваться. И чтобы все работало налажно и город не уплыл весной, прокуратура берет уборку снега под свой контроль. Ну а жителям Соликамска мы желаем терпения и понимания. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.